Съемки четвертого сезона были увлекательными и вместе с тем непростыми. Было поставлено множество сложных трюков, сцен, погонь на воде и на суше. Надо при этом отметить, что Антон Васильев многие трюки выполнял самостоятельно. Участвуя в драках и перестрелках, управлял и катером, и автомобилем, и помогла хорошая физическая форма актера и многолетний опыт вождения. Он уверенно гонял на гоночном автомобиле на большой скорости по ночным улицам Васильевского острова в сцене, где Семенову необходимо было войти в доверие к стрит-рейсеру. Это не просто потому, что мало. Вписываться в повороты необходимо при этом держать определенную дистанцию от камеры, закрепленной на кране, а также играть диалоговую сцену, рассказал режиссер проекта Михаил Вассербаум. Съемки остросюжетной картины «Невский тень архитектора» прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.